С 7 по 11 декабря на Омском велотреке при поддержке губернатора Омской области Александра Буркова пройдет неделя веломикса. Чемпионаты первенства СИПФО по велоспорту на треке, Кубок КГБ в дисциплине керин, Кубок России BMX Freestyle Park. Гала-финал 11 декабря в 11:00. Презентация новой дисциплины керин BMX, трюки и скорости. Приходи, вход свободный. Возрастные ограничения 0+.